Кирилл все переживает, что из 3 банок консервов я ему приготовила лишь ассорти. Вообще-то из 4. Большая разница, вот на рыбалку именно. Он сходил. Мне вот знаешь, что интересно узнать, а на что ты рассчитывал? Ну, не знаю, ну строганину, рыбный пирог. Я не знаю, ну, на худой конец суши бы накрутила. Ага, кильки мне принес. Ну, а что? Друзья, в общем, о разнообразии рыбного меню, о том, как сварить уху из горбуши, между прочим, консервированной, расскажет Анастасия Щербакова. Вот теперь ты учись. А ты все-таки не Чтобы разнообразить рыбное меню, предлагаем вам приготовить суп из консервированной горбуши. У этого простого блюда очень много достоинств. Во-первых, для него не нужны какие-то редкие и дорогие ингредиенты. Во-вторых, в отличие от классической ухи, здесь не требуется соблюдение каких-то определенных четких правил. А вот импровизация, наоборот, приветствуется. И в-третьих, приготовить этот легкий и вкусный суп сможет даже начинающий кулинар. Для его приготовления нам понадобится банка консервированной горбуши. Вот еще один плюс. Всего лишь баночкой рыбы можно накормить целую семью. Пара средних картофелин, сочная морковка, репчатый лук и растительное масло. Пригодится черный перец, лавровый лист и другие любимые приправы. Кстати, лучше всего с рыбой сочетаются укроп, петрушка и лимон. Особую нотку рыбному супу может придать корень имбиря, базилик, розмарин и даже шафран. Так что не бойтесь экспериментировать со специями и соусами из любых уголков земли. Ищите свои оригинальные сочетания. А теперь приступаем. Ставим на плиту кастрюлю с водой и ждем, пока закипит. Тем временем нарезаем картофель брусочками, лук полукольцами, а морковку соломкой. Отправляем картошку в кипящую воду, а лук и морковь обжариваем в сковороде в небольшом количестве растительного масла. Пока у нас все кипит и жарится, мы разомнем консервированную рыбу, но так, чтобы остались небольшие кусочки. Горбуша – представитель многочисленного семейства лососевых. Она необычайно богата белком, поэтому быстро, легко и надолго утоляет аппетит. А еще она очень полезна тем, кто следит за своей фигурой. Подумайте сами, в 100 граммах всего 140 килокалорий. К тому же это просто кладезь полезных витаминов и минералов. Например, фосфора и йода. А как известно, это эффективные природные активаторы умственной деятельности. А кроме того, вещества, которыми богата горбуша, улучшают настроение, память и работу нервной системы. Кстати, красная рыба очень полезна для любителей пляжного отдыха. Те, кто часто включает ее в свой рацион, защищены от солнечных ожогов. Теперь перекладываем обжарку в кастрюлю с картофелем и добавляем лавровый лист. Затем соль и перец по вкусу. Сюда же отправляется и наша рыбка. Варим еще пару минут, а потом выключаем огонь и даем супу немного настояться. При подаче кладем в тарелку мелко нарезанный укроп и петрушку и украшаем ломтиком лимона. Приятного аппетита! Анастасия Щербакова, Дмитрий Ларичев, Сибинформбюро.